feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Приветствую, друзья, на канале Crossout Lovers. Сегодня в видео у нас будет рубрика «Повезет, не повезет». Давайте узнаем, что соберет нам автосборщика сегодня, до чего она додумается. Это что такое? Это что вообще? Это... И что вы хотели этим сказать? Слушайте, автосборка все меня больше и больше поражает. Мамонт, дикобраз классно стоит. Ладно, хорошо, идем дальше. Рамы-то какие божественные, прям рамы офигенные. Что у нас здесь еще? У нас бочки все стоят, блин, целый взрыв. Вот тут даже пламя где-то стоит, да еще и газген стоит, тут еще и спалин стоит. Че вообще, где тут газген, они еще в этот, вкорячили? Вот зачем здесь пламя, нафиг оно упало? Вот это вот без, это вообще, хорошо хоть радар стоит, что ли. Так, давайте посмотрим. Ай, блин! Слушайте, я бы, лучше бы я этого не видел. Жесть, а не крафт. Я еще и с перевесом. Вы что, угораете, что ли? Как я должен на этом ездить? Как я должен с дикобраза стрелять? Ну вообще, что, классный крафт, наш вариант. Офигенный крафт. Поехали в бой. Это какой-то капец. Просто я, по-другому не опишешь. А, кстати, переходите на Яндекс.Зен, кто еще не перешел, потому что, ну... Там уже каналы, еще раз повторюсь, говорил не один раз, блочить начинают на Ютубе. Поэтому переходите, потому что вполне возможно, что Ютубу скоро кранты будет. И все про это уже, наверное, все говорят. Вот, так что переходите, ссылка будет в описании. Там видосы выходят даже, ну, гораздо раньше, чем на Ютубе. Потому что Ютуб говорит... Будешь ты полгода выкладывать наш видосик, который можно выложить за 5 минут. Ну-ка, давайте. А, не на ту кнопку нажал. Опа, стрельнул с мамонта. Я попал с этого крафта, прикиньте. Ну-ка, пламя, не знаю, пламя. Наводка пламя, все. 60 километров в час на колесах. Формула-1 просто. Чувак, смотри, какой классный крафт, не правда ли? Давайте еще запылим. Не, ну одно пламя здесь просто решает все, абсолютно все. Если бы здесь не было бы этого пламя, то здесь бы был меньше ом. Вот что я вам скажу. Так, сейчас мы опять. Давай, на тебе. Давай, пламя, решай. Сейчас, прикиньте, это пламя еще такой, может, огромный вклад вложит. Давай, давай. Да, и мне хана все равно как бы... А, Демняш Мамонт... Нет, дикобраз отвалился, я думал сейчас... Я ж забыл про свой взрыв-пакет! Пламя, давай! О, да ладно, я одного чувака что ли уделал, типа? Нормально! А как у него мамонты-то отлетели? Прикольно, прикольно, конечно, ну... Я удивлен, что у меня взрыв-пакет не взорвался пока. Ну, мне кажется, в следующих-то боях он точно взорвался бы. Что у нас здесь? О, пламенчик. Блин, ну вот я, у меня просто, если честно, убило вот это пламя. Нафига оно там стояло? Еще на краю? Без защиты, без ничего. Как бы, ну, оно как бы есть, но его как бы нет. Одна ракета будет стоять, так уж и быть. У тебя 6-е место по команде будет. И все, в принципе. Ни в чем себе не отказывай. Офигенно. Ладно, хорошо. Смотрим дальше, что будет дальше. Ой, опять на Sony день кирпичей каких-то. Хо-хо, а я еще обрадуюсь, блин. А сверчок-то у нас нифига. А, нет, стреляет в потолок. Видите, как это важно? Классно стреляем. Боезапас стоит. Нафига мне боезапас упал, если светлячком вообще... Ой, не сверчком, но за бой не стрельну ни разу. Ну и что у нас тут? Ампер зачем-то стоит. Можно было вообще ничего не... Можно вообще было убрать этот сверчок и сделать малоумный крафт. Не, надо поставить. Это как бы вот офигенно. Будем стрелять в себя. Офигительно просто. Ну ладно, поехали в бой тестить эту имбу. Я не знаю, мне остается разве что, знаете, сразу, вот так вот настреливать издалека, как с Мандрагоры, что ли, или чего не делать, я не понимаю. Но походу реально так надо делать. Это я что-то не понимаю, видите, мы что-то не понимаем. Вот автосборка нам показывает, что сверчки на самом деле используются не так, а используются вот так. Стреляем за километр сквозь всю карту, и ты должен попадать. Не, ну, это просто жесть, я не знаю зачем. Мне постоянно, вот после последнего обновления, я смотрю, мне собирают какую-то хрень, честно, которая стреляет в себя. Хотя автосборка-то и до этого не славилась топовыми крафтами. Ну давай, сверчок! Сверчок стрельнул! Есть!
это достижение реально. Потому что, чтобы стрелять сверчком по чувака, здесь нужно, чтобы звезды сошлись. Сверчок! Сверчок, короче, светлячок постоянно путаю. Ай, блин, ну чё? На мой имбокрафт напали, вообще офигели. Давай, залп! Да какая одна ракета-то, ё-моё, ну, блин, стрелял бы в себя, не знаю, проломил бы себе кабину, но стрельнул. Да по одной ракете стреляет, короче, нормально вообще. Классно, классно катаем. Чё у нас тут, сверчок уже искрится. Такой огромный вклад в бой вложил прям сверчок этот. И чё? О, о. Давай, сверчок, блин, я не знаю, как тебя там зовут, короче, хрень какая-то ракетная, стреляй уже, блин. Ну так-то это хорошее оружие, но когда на таком крафте, это жесть. Мне реально только в пропасть броситься осталось, я больше ничего не смогу сделать. Давай, стреляй! Давай, падай! Ой, блин, это жесть какая-то, я не знаю, это просто капец. Пропасть упал, 354 очков за бой, у нас 6-е место по команде. Стабильность, залог успеха, просто стабильно. Последние места. Ладно, давайте смотреть дальше. Да ну это что вообще, ну нафига мне вот такая теперь фигня? Гелиус, Гром, Медведь, Лунары и баллоновые колеса. И самое главное, Домкратище. Это просто, это вишенка на торте. Я не знаю, вот это, что это вообще такое? Что автосбор хотел этим сказать? Я не понимаю. Это типа такая защита, что ли, да? Прям 100% защита от всех снарядов просто. Ну, это жесть вообще. Вот это вот особенно. Ладно, ладно, вы мне не разрешаете менять крафты, поэтому мне придется кататься на вот этой фигне, мягко говоря. Поехали в бой. Зато в этом крафте. Они еще неповоротные, капец, блин. Да какой нафиг зато? Зато в этом крафте у нас прекрасная динамика разгона. Разгон офиген. Мне хотя тут динамики нет. 75 км в час. Это офиг. А я даже здесь не проеду, наверное. Да, слишком широкий. Че застрянь здесь, слушай. Да капец, блин. Ну, что это за... Ладно, ладно. Мне еще нравится то, что тут Гром с Гелиусом. Я не говорю про сборку крафта. Я готов закрыть на это глаза, потому что я не первый раз это вижу. Но, блин, Гелиус с Громом на одну кнопку. Это, конечно, топчик. Давайте. Гелиус пошел. Нагибать. Давай! Есть! Мы уделали одного чувака. Есть! Добили, точнее. Это достижение. Давай, батай! Есть! Еще одного завалили. Видите, какой эффективный крафт. Сейчас еще МВП нафармим. Я буду вообще в шоке, если честно. Реально такое возможно. Прям, ну, не знаю, даже 60%, мне кажется, такое может быть, если меня никто не сольет. Давай. Вот кувалды надо устранять. Новички катаются, хотя не все новички, потому что бывают и опытные игроки, просто потом малоумные крафты делают, и все. Так же, как и я делаю, ты хрень. Вот. Я четверых уже завалил, слушайте. И что, реально МВП будет? Пацаны! Я еду за МВП, вы как хотите, а вот лично мне МВП, только МВП. Ну тут Гелиус, конечно, решает, видите, у него какой урон, он тупо разбирает все. Только вот сейчас мне этот Гелиус, походу, со сумматоров отстрелят. Он как-то тупит, чувак этот. Ай, блин, ну вот так, мы завалили целых 5 человек. И Гром прям очень нам помог. 1298 очков МВП, я иногда на нормальных крафтах, на реликтах такое не делаю. Я просто в шоке, автосборка. Слушай, ты... Это революция в крафтах просто. Это революция, реально. Да что ж такое-то, а? Да нафига мне упал этот Гелиус? Что здесь у нас еще стоит? А, я понял. Гелиус-то у нас, оказывается, перегревается очень сильно. Ему надо прям, чтобы играть топово на Гелиусе, научиться. Вам понадобится, записывайте. Одна нерпа, один озноб. И все. Вы будете просто тащить. Не, на Гелиусе мы уж не будем кататься. Только что катались, неинтересно. Мы будем кататься... Давайте что-нибудь другое. Слушайте, что-то мне на линейку... Да что такое-то, блин? Да что мне собирается-то, а? Что? Что такое? А. Ага. Я понял. Это защита радара. А это у нас боезапас. Ушка, здорово, ампер. Бочка.
Что нас... О-о-о-о! Тут вообще все, короче. Стреляющий мишень надо нарисовать здесь в бочине. Как бы, стреляй сюда! Не промахнешься. И вот это просто бомба. Я реально в шоке. Еще не хватает. Вот реально там, не знаю. Боезапас какой-нибудь. Вот так вот поставить. И все. Это будет просто вишенка на торте. А что здесь у нас стоит? А, работяг. Ну, хоть здесь-то что-то у нас стоит. Но сборка-то вроде нормальная. А вот это вот, конечно, не особо классно. Ладно, давайте попробуем на этом покататься. Я боюсь, что у меня взрыв пакет сзади тупо. Вот это сейчас С4 взорвется к чертям и просто все разлетится. Но ладно. В принципе, сборочка нормальная. Поехали в бой. У нас 6,5 очков мощи. У нас столько спереди поворотные колеса, зато задние у нас пневмоподвеска. Вах. Ой, блин, реально, я просто в шоке. Я не знаю, что автосборка в последнее время собирает. Дикобразе. Я походу обзор на дикобразе сделал. Теперь она мне будет пстить, потому что я там одни МВПшки брал, да? Вы будете мне теперь мистер автосборка... Я не знаю, миссис или мистер автосборка мстить походу не будет. Да ты чё-то, ты как пьяный заткнулся этот, блин, запнулся. Давай. Не, я угораю с задних колес, конечно, но так вот буду просто подпрыгивать до победы. Давай, дикобраз, пошел. Давай. Надо хоть с дикобраза попасть. На! Ай, блин, промазал. Так, дубль 2. На, ай, промазал. Слушайте, я попаду сегодня, нет? Ай, промазал. А, нет, по-моему, попал, смотрите, попал. 10-го раз. Держи, брателло, еще. Так уж и быть, сегодня тебе прям бесплатно все бочки достать. Слушайте, я могу сразу пропасть идти, сразу же, просто. Ай, блин, взорвали, пацаны. Это топчик. Из 10 выстрелов я попал один раз. Офигенно, просто точность на высоте. Я не знаю, дикобразом надо торы расставить, блин, может там на 20% точность повысится. Угольчик. Да. Но, чудо это, конечно, жесть была. Мы сейчас соберем 5-й крафтец, ну просто потому, что здесь ничего мы не сделали. Мы... Ну, это было сразу же понятно, я, в принципе, это и ожидал. Давайте, все, уделали всех. Ой, чувак, полетел в пропасть, правильное решение. У нас есть... За что 241 очко, я не понимаю. У нас третье место по команде. Слушайте, я... это уже без комментариев, реально. Я просто сижу, я офигеваю. Ох, нифига себе, блин. Палачи. Офигеть не встать. Если честно, что-то хочется, не знаю, такого ли... Это... Что-то другого. Я не хочу пушек, никаких дикобразов. Хочу что-нибудь легкое. Что-то вот, не знаю, по типу такого. Что здесь у нас стоит? Чего, блин? 4 нерпы. Это... Не понял. 4 нерпы? Это где? Это гепард. Газбен еще тут стоит. Все прям укомплектовано. Под завеску. Где реально нерпы? Сзади, что ли? Ой, блин, нафига, это что за, я не знаю, это ферма нерп какая-то. Ну, не, ну это просто, это жесть, мне первый раз 4 нерпы на крафте. Я первый раз на крафте вижу 4 нерпы. А давайте-ка мы усовершенствуем этот крафт. Слушайте, я решил поддержать это направление. А давайте-ка мы зафигачим еще 2 нерпы, раз уж у нас газген-то позволяет. Точнее, мы сделаем вот так. Отодвинем просто, еще япнутый поставим. Прикиньте, сейчас что будет. Я, конечно, надеюсь, вы позволите мне вот это сделать. Но просто так будет интересно. Да пофигу, короче, не, не пофигу. Вот так, все. Я думаю, да, я первый безумец, который ставлю 6 просто нерв на крафт. Это капец. Ой, блин, я не знаю сейчас, что будет твориться. Ну, в общем, давайте посмотрим, что будет твориться в рандоме на 7300 очков мощи. Колхозить так колхозик. Что тут сказать? Колхозим по полной, чисто. Смотрите. Это просто, это жесть. Это вообще... Я не знаю, это... Я реально в шоке. Первый раз 6... Я первый раз вообще 4 нерпы на крафте вижу. Так я 6 воткнул. Че, нормально? Сойдет. Пацан, давай, брателло, давай-ка посмотрим, кто кого перестреляет еще. Только, наверное, он все-таки, потому что у меня, блин, защита топовая. Брателло, давайте мы это. Мы поехали. Ой, тромбон мне пролетел. За компанию.
Давайте кого-нибудь. Вот с ним. Ай, блин! Нет! Йо, смотрите, видите, какой топовый крафт. Защитой от просто перевертыванием. Перевертываний. Блин, как сказать это правильно? Вроде правильно сказал. Давайте, все, Эмили, видите, как обстреливается чисто. Че вы тут на громах? Нет! Нельзя! Нельзя меня грохать! Нет, нельзя, я выжил. Братан, слушай, у меня тут это, такое нормальное охлаждение стоит. У меня тут охлаждение, я не знаю, насколько просто тысяч золота стоит. Но оно, короче, крутое, поверьте мне. Все без этих, без пушек ездят, ну все, мне хана. Нет. Ну, нет, я еще выжил, слушайте. Давайте мы еще Хайраст, если мы еще сейчас завалили Хайраста, это было бы просто. Мы сейчас МВП займем, смотрите. Смотрите, это МВП, сразу же МВП. 1400 очков за бой, это жесть. Я бы троих уделал на вот этом. О, слушайте, иногда так поржать, конечно, это классно. 6 нерв, ну, я думаю, вы нигде этого не слышали. Вот там, знаете, что, у меня в личке тут творится, уже кто-то все понимает, что я снимаю. Просто я престиж шахнул, слушайте, это реально автосборка. Советую вам собрать вот такой крафтец на 6 нерпах. И это вы будете просто нагибать весь рандом. Видите, что происходит? О, это жесть. А если еще поставить Аполлон, то вы поставите еще одну нерпу в комплекте. А если вы поставите еще апните нерпы, то тут просто это жесть. Ну, будем заканчивать. Вот такие вот классные крафты у нас получились вообще. И это у нас не заканчивается. Это только начало, я так понимаю. С каждым обновлением все у нас интереснее и интереснее начинается. А 24 марта, то бишь на следующей неделе, у нас уже выйдет обновление. И там уже будет больше всякой жести. Это вот что-то так Белас собрался. Нифига себе! Вот это уже реально прикольно. Такой артец. Давайте ради интереса под конец посмотрим, что это у нас тут за монстр. Вот это, конечно, классно. Зачем там ампер? Видимо, энергии под цунамку, которая жрет 6 энергии из 10 ему не хватило. И он поставил еще 2 энергии. В общем, ну, классный крафт вот этот. Артец такой неплохой, я бы сказал, даже интересный. Ой, блин, это что? Это что такое, блин? Это что вообще такое? Это паровоз, реально. Это реально паровоз, это что? Ураган, цунами, квант, прицел, доплер, чуткий, Аполлон. Я в шоке просто, реально. Я в шоке. Я офигеваю, что здесь? Тут еще хамелеон стоит, 6 этих, блин, колес от лафета. Ну, короче, лучше дальше не продолжать, оставить все на следующую серию. Вот это вот прям 100% защита. В общем, видите, что происходит. Так что на сегодня все. Если понравилось это видео, прожимайте палец вверх. Буду рад вашей подписке. До новых встреч. Пока. I swear to God they all let me down. I always fought just to wear the crown. I'm pissed off at these fucking clowns who were all taught they deserve an ounce. It's only worth it if you work for it. It's only worth it if you work for it. I won't stop till they hear me now. I won't stop till I wear the crown.